Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэтмак, Крошка и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, скажите классные слова. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классный режим, потому что аниматроники будут не простые, аниматроники будут искусственным человеком, с подписчиком. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Крошка, ты готов? Так точно. Погнали. Ой, вместо стоп-стоун килл прописал, но это было не считается. Первая партия пошла. А, ты что, уже прям жестко нас решил, да, мочить? Пацаны, вы готовьтесь. Типа как слабо. Смотрите. Лови аптечку. Пацаны, я знаю, как проходить легко. Сейчас сначала попробуем так вот. Отлично. Знаете что, почему тут можно ходить и подсказывать? Я скажу, когда будет бежать Фокси. Пацаны, готовьтесь, он руку поднял. Так, сейчас будет бежать, так, я вижу. У него глаза очень злые. Отлично. Постараемся затащить. Фокси, от тебя воняет. Не пиши нам больше. Он бежит, пацаны, закрывайте дверь. Отвечаю, красавчик. Он обиделся, потому что я сказал правду. Знаешь, как получается? Он бьет по двери и автоматически сразу тпхается назад. Да. Я думал, он будет назад идти, типа, я иду назад. На работу в пиццерию. Эта песенка скоро точно уже будет хитом. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Пацаны, они атакуют нас с двух сторон. Даже с трех. Так, постарайся пока проникнуть. Что... Проникнуть постараюсь. Ой, они вообще не бьют так резко. Дай зайду. Сыкать на жесть как. Сегодня мы нечестно играем, но мы хотим затащить. Ну как нечестно? Если они зайдут сюда, мы проиграем. Бежать. Так, пацаны, я буду подсказывать. Никого нету, никого. Фокси когда через секунд 10 надо подождать, и он начинает ломиться. Так, его так не видно, было бы прикольно. Вот, фиолетовый форетик. Фокси бежит. Бежит. Ой, красавчики, пацаны. Ну просто молодцы. Тащим потихоньку. Так, это стоит челепиздриха. А, по камере вообще реально видно четко, да, его? Не обязательно там прям бегать. Димас, выходи. Выходи! Да я бегу! Доли секунды, да, если бы я еще поставил чуть-чуть, я бы слился. Живой. Видишь, Серега? Марионетка! Заводите. Ай, выходи! Да блин, Серега, ты не ту кнопку жмешь. Марионетка! Я живой, Сережка. Я тоже живой. Отлично, так кричать. Ты так напугал меня, как будто катастрофа какая-то. Так марионетка была, алло. Получается, он нажал кнопку на марионетке, она к нам пришла? Мы забыли музыкальную шкатулку заряжать. Давайте посмотрим, что она тут делает вообще. Это морда. Но мы живые еще, Димас. Ой. Я нет, уже не живой. Ну, на нас это не распространяется, мы-то тащим. Смотри, получается, марионетка залазит, вылазит. Смотри, сидит. Сережка. Ну, Сережа. Я живой. Мы тоже. Короче, сбежали из офиса, и аниматроники не могут нас найти. Ну прикольно, главное выжить. А как это будет выглядеть? Ага. Еще жестче? Да. Хорошо. Бежим в наш офис на всякий случай. Кэт Макс, извини, ты мясо. Ты мясо. Ах ты жопа. Ты вот так решил нас, да, обмануть? Давай, испоганься еще раз. Фокси готовится бежать. Так, пацаны. Блин, башкой своей закрывает ухом. Ну я вижу его. Выходите. Да. Фокси бежит! Димас! Блин! Я живой. Ну, Серёга, значит, мы проходим дальше, все считается. Главное, чтобы мы втроем не умерли. Опять он Golden Freddy, блин. Ах ты жук, а как у тебя так много доступно функций, раз нажимать? Не забывай, есть еще помимо Golden Freddy и другие аниматроники. Так, Кэт Макс Пали там ходит. Все спокойно. Шкатулка. Фокси бежит. Нету дверь, Дима. Я успел. Не успел. А ты живой остался?
Да. Получается, он меня ногой по ноге ударил, я умер. Он тебе по жопе дал. Не знаю, ну, короче, я спас своей жизнью твою, пожертвовал собою. Не прожили мы, короче, 5 минут, или 5 минут, может, и прожили. Я живой, выходите вас, выходите. Да никого нету. Мария, нет, козырь! Ах, блин! Все, началась, короче, эта жесткая атака на нас. 90-я ночь. Да, точно, вот так и подпишу на превьюшке, 90-я ночь. Выходи, Димас. Та ты! Look at Max. Я вовремя успел. Да, Серега, это ты нажимаешь, что ли? Тоже ему подсказываешь? Я вам говорю, бегите, вы заходите. Глупцы. А как ты знаешь, что он к нам идет? Я ж слышу звук. Опять. Выходите. Я не слышу никакой звук. Все, давайте сейчас как будто по-настоящему. Вот мы настоящие люди. Ну ладно, как Макс, ты не настоящий человек. 20-го момента, все, вот нам надо реально выжить. Сможем или нет? 3 минуты. 3 минуты без единого проигрыша, значит мы затащим. Выходите! Выходите! Вот ты молодец, Серега, я не слышу его звука, ты слышишь. Может у тебя какой-то мьюзик файл не закачан? Наверное, да. Марионетка, выходите! Это жесть! Так как? Так столько штук тысяч. Ну мы живы еще. Ну да, 3 минуты еще не прошло, полминуты. Ну все, все, все. А, Серега еще живой. Я живой. Да как он так бы... А как нам играть? Я живой. Как-нибудь. Ну закройте вы эти двери, вонючие. Двери убил. Извини, чувак, обстоятельства. Все, давайте пока посидим так. Фокси бежит. Вовремя закрыл двери. А это что, у нас энергии, да, типа мало? Пацаны, есть какие-то зарядки от Nokia есть? Нет, у меня Samsung. Так бы зарядили сейчас наши камеры. Да. Двери закрыли, так спокойно стало? Это пока. А, ну давай, давай, испоганься еще раз. Ты энергию нашу воруешь, что ли, когда приходишь? Или что? Чего она так быстро кончилась? Да, Фокси ворует энергию, кстати. Так, а Чика целый час уже стоит всю серию и ничего не делает. Да, только Фокси, Фредди и Марионетка до нас лезут. Бонни подходит. Ой, я камеру переключу, ребят. Ничего страшного. Хуже уже не будет. Так, Серега клацает. Все кнопки подряд. Мы прошли! Прошли! А ура! Что это было? Прошли! Давай, короче, я сейчас обнулю карту, и ты сделаешь жесткую атаку на нас. Давай. Раз, два, три. Начинай нас атаковать, чтобы мы протащили. Ходите! И что? Мне кажется, эту левую дверь лучше не открывать, только правую. Левая дверь очень опасная. Там Фокси будет бегать сейчас каждую секунду. Так, ну что, пацаны, это самая лучшая попытка, которую мы делали. Может вообще уйти из пиццерии, тогда мы точно протащим. Да, давай, Димас, пошли. Идем. Все, короче, пацаны, смена окончена, мной моги. Ноги. Эй, а нам как выйти? А переодеваться? Так, ничего я нету? Скелет. Понял. Все, валим. О, сидят здесь. Как-то прикольно, здесь артефакты какие-то. О, давайте, пацаны, полетим к нашему обидчику. Посмотрим, как он тут все кнопки нажимает, этот негодяй. Ага. В башке Серега застрял. Ты чё? А чё ты его бьёшь? Он хороший! Хитрый, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите ещё, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!